Вот так ребята под открытым небом оттачивают свои футбольные навыки. Правда, с первым снегом возможность тренироваться будет не у всех. Из-за того, что крытых футбольных площадок в городе можно пересчитать по пальцам, мест для всех желающих просто не хватает. В одном только юниор занимается больше 1500 человек. Но решить эту проблему может один из проектов Енисейской Сибири и российского клуба «Спартак». Концепт проекта в создании быстро возводимых манежей. Это позволит большему количеству ребят заниматься круглый год. Уровень нагрузки на те объекты, которые существуют сейчас, они колоссальны. Если вы через месяц там позвоните в любой из спортивных комплексов, то, к сожалению, вам скажут, что, извините, места нет, потому что там играют одни, другие, третьи, здесь дети, здесь взрослые, здесь корпорации и так далее, мест нет. Вот. Соответственно, именно с этой инициативой мы вышли. То, что мы хотели бы построить 3 футбольных манежа. Корпорация развития Енисейской Сибири занимается тем, чтобы этот проект, как и множество других, были реализованы в кратчайшие сроки. Специалисты корпорации помогут с уточнением концепции, подготовкой документации и поиском специальных инвесторов, для которых проекты могут быть рассмотрены как возможность дополнительного дохода. Мы информационно стараемся поддерживать, а кадрово помогать, если есть потребность в обеспечении кадровыми ресурсами, обеспечиваем взаимодействие с научно-образовательным комплексом региона. В этом смысле стараемся сделать все для того, чтобы эти инвестиционные проекты были реализованы как можно быстрее. Многие бизнес-идеи решают и социальные проблемы. Это и создание рабочих мест, и развитие инфраструктуры. И как яркий пример, создание круглогодичных зон для занятия футболом. С реализацией этого проекта возможность тренироваться появится практически у всех. Артем Долгоршинных, Сергей Комаров, Афонтово новости.